Привет всем! С вами Александра Захарчук. Сегодня расскажу, как я делаю стежку параллельными линиями на сложных фигурах. Ну, не так сложно, как интересно. Перед нами большой-большой треугольник, 27, почти 28 дюймов, это 70 сантиметров на... Сейчас посмотрим. С одной стороной 6,5 или 17. Вот таким образом параллельные линии я делаю. Как это все сделать в программе, я сейчас вам расскажу. Так, за основу я беру обыкновенный квадрат, обычный. Есть у меня такая вот фигурка. Сейчас найдем. Вот такая вот интересная фигурка. Это параллельные. Две параллельные с соединениями линии. Открываю ее и повтор делаю 10 штучек. При стежке один фрагмент мне будет мешать, поэтому я сейчас сохраню то, что у меня есть. Тот паттерн, который у меня получился, тот дизайн. Ну, давайте 11. Сохраним его. И зайдем в ремонт. Не в ремонт, в редактор. Вот сейчас эту штучку я должна убрать. Беру стилусом, выделяю, удаляю и пересохраняю. На 11. Yes. Так, что я делаю? Мы уже ее сохранили, все, вышли. Удаляем эту и вставляем сохраненную. Видите, крайняя синенькая линия идет, и вот здесь синяя. То есть он пойдет от края до края. Теперь у меня горизонтальные линии, поэтому я, скорее всего, дизайн поверну на 90 градусов. Вот так. И вышью его как обычный блок. Вот он у меня получился. Выбираю использование по четырем точкам. А у меня треугольник. Как я это сделаю? Сейчас посмотрим. Так, начну с верхней точки. Так. Вот я верхнюю точку треугольника, желтый треугольник этот будем вышивать. Я ее определяю. Yes, у меня одна точка есть. Иду дальше. Беру нижнюю точку. Определяю. Yes. Но пока что еще прямоугольник. Идем дальше. Беру еще одну точку. Это самый угол треугольничка. Это верхняя точка. И вот здесь, чтобы... Видите, какая получилась фигура? Наша последняя точка еще не найдена. А так как у меня очень густо получается в углу, и мне не интересно, чтобы мои все 10, вернее 20 линий зашли в этот угол, я отойду приблизительно на сантиметров 5 вот сюда вот. Вот так вот. И поставлю четвертую точку. Как видите, треугольник у меня получился очень достаточно густой. К острому углу. А здесь нормальная стежка. Ну и сейчас я ее поставлю на стежку и продолжу снимать. Машина выполняет свою работу.
здесь строчка достаточно густая, а здесь она идет на расширение. То есть независимо от того, какая фигура по размеру у вас, можете в начале заполнения поставить, ну вот я поставила прямоугольник 8 на 8 дюймов. А у нас программа девушка немножко капризная, но достаточно умная, чтобы увидеть все мои точки в том месте, где я их выставила. И превратить мой квадрат или прямоугольник в треугольник. Вот стежка закончилась. Посмотрите, так выключаю машину. И посмотрите, достаточно густая здесь строчка, и то, что у меня веер не расходится от угла, никто этого не заметит. Вот таким образом я превращаю параллельные линии в веерное заполнение треугольника. Буду рада, если мой урок кому-то поможет. Всего доброго!